общем, мы едем, братцы, сейчас все-таки попытаемся реанимировать нашу обстановку. Руководство решило, что все-таки давайте попытаемся еще посмотреть. Здесь какая-то тоже организация. Сказали, что они знают, что надо делать. С такими автономками они знакомы. Поехали, посмотрим. Ехать немного, ну, не совсем на выезд. Как бы на выезд, но если нам в сторону этого Кемерово, то нам тут надо по городу как бы шуровать. А мы сейчас обратно. Так, блин, можно под этим краном проехать? Можно. Мы сейчас обратно перепрыгнем через Обь, хотя вроде бы там по еще одному мосту. Как по тому нельзя, но если по тому нельзя, то тогда поедем на Куринский мост. Ну так рисует 18 километров. О, я оттуда приехал, с этой стороны туда грузовикам запрещено. С той стороны не было. Все это и есть результат, даже если
там заплатили за платье, а потом по итогу все равно мы пойдем туда, куда должны ехать изначально. Но попытка обмануть, попытаться обмануть, он будет лишь. Никто не это. На следующем повороте налево. На следующем повороте. Как закон. Мы же славяне. Ваше мнение, дамы и господа. Пойдем в наглую или уже так наглеть не будем? Я не знаю, вон смотрю, кто-то поехал. Поехали! Буду здесь еще круги рисовать. Ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А нет, тут прямо можно. Можно, можно. Это на Бугринске вот туда. На тот, с которым мы приехали вот туда, а это Октябрьский. Ну, вот смотрю, люди едут по Октябрьскому. Ну, значит, и мы поедем. Какие-то знаки шками, вот, что камеры есть. А что за знаки? Ну, едут же люди, ну ладно. Прилетит так прилетит. А что делать? Просто мне как бы по прямой здесь надо. Если пойти туда, большой круг получается. Хотя тут по прямой тоже
не сахар и даже не мед. Может быть, у них тут и нет запретов по этим мостам ни по одному. Мне казалось, что тут через это тут нельзя. Да. Мало того, что тут еще реки текут, так еще и нифига не видно. Тут еще и ямы какие-то в колено. Зато на ОП посмотрим, не спеша. Здесь вот набережная. Место отдыха новосибирцев. Летом. Под ручку, по набережной. Милое дело. Плохо, что дождь пошел. Вряд ли у меня кто-то в дождь полезет мою автономку снимать. Через 13 километров узнаем. Тоже солидная река, конечно. Дождик так совсем не вовремя, вот совсем. Может, у них там боксы какие есть. Расцепиться-то не проблема. Сейчас доедем и все увидим на месте. Готовьтесь через 800 метров держаться левее. Да, тут сейчас надо перестроиться с правого ряда в левый. Задача такая, не из простых. Ух ты. Это нам так повезло, или это он нас решил пропустить? Спасибо ему скажем. Человек с понятием. Респект. Солнце светит впереди, там, где должен дождь идти. Видите, как газел. Шустро, лихо вскочил и все, красавчик. Стройка, так, не спешим. Мы ж не пустые, мы ж только тонну выгрузили, 21 еще осталось. Не, все красиво, я думаю, тьфу-тьфу-тьфу, но все должно доехать. И столько ремней они должны удержать. Ну, в любом случае, все равно продолжаем ехать в нежном режиме. Так, сейчас нам левее. Ага. Хорошо.
такие неплохие покатушки по по Новосибирску получились, правда? Город этот туда-сюда уже исколесили. Я тут еще ни разу не ездил. По этому мосту я ни разу вот не пересекал. Вот уже по тем двум, там, что справа-слева было дело. А поэтому еще ни разу. Торговый центр чего? Горский. Вот так. 11 километров остается нам. Они втроем собрались. Один догнал всех. Да. В общем, уже 50 минут едем. 50 минут едем, а проехали. Было у меня 18, осталось 4. 14 километров. Ну вот 4 осталось уже. Такой, наверное, больше промзона, да?
машины стоят, грузовики, заводы какие-то, базы, шины, диски. Три версты. Так, получается, мы приедем к 4. Все зависит от того, до скольки они работают. Успеют они за сегодня, не успеют. Но взяться должны. Все летят куда-то, вон даже. Пустым-то можно, чё? Если что, и в тормоза не страшно ударить, а здесь что-то как-то стрёмненько. Улица Петухова. Нет, тут я тоже ни разу не был. На данной улице. Кольце налево. Это, я так понимаю, надо левый ряд брать. А может и нет. Через 100 метров поверните налево на дороге с круговым движением. Съедьте, используя 3-й съезд. Так, знаков нет, кольцо главное. УАЗика пропустим. Тут УАЗик нас пропустит. Используйте 3-й съезд. Такой тут фур движение такое. Промышленный район, понятно? Так, Азия Авто. Скоро приедем. Ой. О, а здесь 52,95 из топлива, да? 1,5 рубля разница. Тот же самый Газпром. В чем прикол? Пятый. Дагестан, пацаны. Прямо с колес торгуют. Тоже еще то удовольствие. Но это если хорошо, это если твой товар, ты привез его, продаешь. И когда ты привез кому-то, и этот кто-то вместо того, чтобы разгрузить себя на склад, кстати, мы уже с Новосибирска выехали. Ставит себя под разгрузку на рынок, и ты стоишь, торгуешь. О, вот это прикол. Подали так. В бывшей конторе, пацаны.
точно мы приехали. И где тут? Да, туда вот, где СТО. Пойдем. Разузнаем. Алма-Ата тут, киргизы. Ремтрак. Ладненько, пошли спросим, что нам здесь скажут. Что сказать? Решили, как и думали, в принципе. Не колхозить мы это дело. Пришли пацаны, посмотрели. Говорит, да, снять можем. Да. Долго, конечно, это, ну, процесс снятия довольно-таки такой. Непростой. Тут надо пол машины разобрать, чтобы ее тут достать, эту автономку. Но говорить никаких гарантий. Будет стоить энную сумму денег. Что-то мы созвонились, поговорили. Ну, говорит, сколько проработает? И, говорит, даже, говорит, ничего сказать не могу. Может быть, говорит, день, может, месяц. Может, полгода. Но раз вы уже ее делали, то сами понимаете, что... Короче, мы созвонился с шефом, говорю, так и так, что будем делать? Решили, что будем, сейчас будем искать новую, что с новой, либо запчасти на новую, скорее всего, котел. Еще в чем беда, что запчастей нет. Здесь ребята говорят, у нас, говорит, запчастей нет на них. Решила тут не рвать сильно резину. Развернуться таким вот образом, потому что и так крутить, ну, как-то совсем не фартово. Вот, либо новую автономку поставим, либо запчасти, короче, ну, эти все сервисы — это не наш. Надо пересекать, да? Не будем две сплошные пересекать. Поедем направо, там кольцо, на кольце развернемся. Нам в ту сторону надо. Поедем через город. Так, если вокруг ехать, слишком большой круг получается. Хотя сейчас через город самые пробки. Но это... Вокруг, наверное, будет еще хуже. Может, еще не самые пробки, еще, в принципе, полпятого только. Еще как бы как-нибудь проедем. Просто дело в том, что уже мы пробовали ее делать. Итог получился. Надолго не хватило. И говорю, и мы по итогу все равно придем к тому, что... Мы все равно потом поедем либо к официалам, ну, делать с ней что-то, менять. Либо ее, либо запчасти. А вот эти все чистки, чистки, все это... На Омск туда, кстати. Это вот если идти на этот...
общем, вот такое кино. Пока как бы ночи-то более-менее терпимые. Что-нибудь там придумаем. В крайнем случае, уже в крайнем, самом крайнем случае, поставим сухой фен и все. И так, нам отсюда 2160 километров до выгрузки, сегодня среда, четверг, так что сегодня тут за Новосиб зайдем и дальше, может, и не поедем, может, Кемерово куда-нибудь подгребем. Часиков до 8 до 9 вечера сегодня проедем. Да и хорош. У нас еще ехать четверг, пятница, суббота, воскресенье. 4 дня. Да еще сегодня. GoPro, стоп, видео. Забрели вообще непонятно куда тут. Видите, если бы еще какие-то гарантии были, а так пацаны говорят, ну что, говорит, вы деньги заплатите, а деньги немалые. Говорит, за сам ремонт-то фигня, говорит, а вот снять, поставить, говорит, тут пол машины разобрать надо. И говорит, гарантий никаких, вообще, говорит, никаких. Ну, как бы нас так тоже не устраивает. Так, а мы здесь в туннель лезем. А мы в него пролезем? Я сейчас тут не влезу. Ну, как бы я не видел ограничивающих никаких знаков. Мне покажется, чтобы какой-нибудь мой коллега выехал. Коллега, он едет, но коллега, который площадку таскает. А, ну вон там КамАЗ по прицепам идет. Все, значит, нормально. Должны по высоте пройти без проблем. Так всегда, да, вот ты пытаешься сэкономить, вот где-то может быть так, может быть сяк, а по итогу все равно приходишь к тому, что, например, там чинишь, а по итогу потом все равно этот агрегат меняешь, и получается, что, ну, выходит дороже. Не везде, не во всех случаях. Но в данном случае, в нашем, запчастей нет. Смысл какой ее разбирать, собирать. Что это даст? Ничего не даст. В общем, пока вопрос с автономкой закрываем. На обратном пути будем думать здесь, либо в Москве. Где-то ж мы видели, где-то слышали, видели, что... Что их делают. То есть, ну, где-то вот шеф узнавал, что можно либо сделать с запчастями, либо новую поставить. То есть, ну, а так вот, как бы их совсем по России нет. Практически нигде. Ни автономок, ни запчастей. Все, ладно, закрыли тему. Гребем. Из Новосиба.
Не, сегодня до Кемерово я однозначно не поеду. И мы тут сейчас, пока выедем отсюда, уже и вечер настанет. Короче, по итогу тут, я не знаю, такими чигирями какими-то я проехал. Под знаки, грузовым запрещено. Я думаю, местные сразу скажут, это улица Ватутина. Все вот оттуда выезжают. Грузовики. Я, короче, напрямки вот так через какие-то там дворы. Я уже даже снимать не стал этот позор. Надо было вокруг объехать. Дальше уже все, дальше уже не под знак. Я просто посмотрел, тут, впереди тут такая пробка. Если так, как надо, по закону. Думаю, двину под знак, грузовому запрещено. Ну вот, пролез. Если камеры не поприходят, я думаю, что, наверное, нет. Хотя, кто его знает? Я же сам охренел от таких чигирей, по которым я ездил. Тоже не меньше чигиря. Трамвай надо пропускать, да. Трамвай — это серьезная железяка. А тут чего? Мне вообще направо сейчас надо. Направо можно грузовикам? А, этот знак 7 до 21. Но мы уже его сегодня проходили, так что поедем. Us through the dark.
что-то наш поход в магазин затянулся. Раньше как-то я вот в этот гипермаркет ходил, гигант здесь на выезде. Сейчас пошел там вместо гиганта, там непонятно что, все закрыто наверху. Маленький отдел какой-то типа оптовика. Хрен поймешь. Пришлось тянуться вон туда, вот, наверное, километр с полтора, наверное. Ну, надо было тут кое-что. Не в обычном магазине, а в большом таком купить. Фух. Уже он и темнеть начинает, пока мы тут ходили. Наверное, часа полтора я тут гулял. Сейчас я посмотрю, сколько по времени. Времени мы тут потеряли. Не знаю, что с ним там случилось, что у него разобрали. Год, наверное, назад я сюда заезжал. Такой классный магазин, было все. А сейчас ни о чем. Просто ни о чем. Наверное, километра, да, полтора, наверное, даже ходил в ленту. Нужен был именно гипермаркет. Зачем, не скажу. А время уже 8. Вот, видите, я пока тут шлялся. 2 часа, забыл сказать. 2 часа 5 минут таскался. Пока сюда сходил. Потом пока эту ленту нашел, пока в нее сходил. В общем, ну что у нас получается? 240 до места. Сегодня среда. Наверное, до Машкова сегодня доедем. Сейчас вот выберемся с Новосиба. И в Машково на стоянку станем, да и все. Все скорую пропускают. А доктор сидит в телефоне. Ну правильно, что ему делать? Видите, умники, которые за скорой его на хвост сели. И все, на УАЗике он сел такой, и все, за скорой пробку объезжает. Ну, как бы логично, но, наверное, некрасиво. Вот, короче, поедем в Машково, станем. И завтра с утра продолжим движняк. Вроде как так-то время есть. Может, где на какой речке остановимся. Там уже в тайге какой получится спиннинг забросить. Выбившая эти двусти.
потерялся немножко в ориентирах. А так вот он, Nord-Mall. Думал в него попасть, а потом, а где ты тут машину поставишь? К нему не съедешь, на автобане что же не кинешь, правильно? Закрыт. Вот, как и тот гигант. Там тоже почти все павильоны закрыты. Там что-то крюк какой-то выцелили за куток там. Три булки хлеба лежало и все. И там пару макарон, пачек макарон. И здесь вот тоже все закрыто, видите? Кто-то бабла вкинул и... Закрыли. Дать такую отгрохать. Штукенцию. До пандемии работал. А после пандемии, наверное, некому было уже и выходить на работу. И такое тоже бывает. Да. Машкова с левой стороны. Давно как-то уже пытался на эту стоянку попасть. Не попал, было забито. Зимой той. Димка ее, корешок мой на воле, Ковровский, очень хвалит. Нравится ему здесь. Я думаю, нам в душ надо. Он и душ хвалит, и все. А здесь уже вот машинка, наверное, сработает. Вот они их уже можно тоже как стационарный пост ставить этих. У депсов. Вон они, видите. Ой. Ну, как они тут уже как стационарный пост поставили. Постоянно они здесь. Сколько не езжу, они тут стоят. Эй, брат, распечатка дай. Я, наверное, успею, да? Да, успею. Изменение машины. Давай, Газел, давай, давай, Газел, Газел, поехал, поехал, Газел. Братан. Банкомат есть. Вот, нам банкомат тоже надо. А то наличных денег как-то совсем. Ну, в этот раз стоянка пустая. Вот. Заценим душек. Ну, понятно, это все будет уже завтра. Не знаю почему, я с вечера в душ не хожу. Стоянка еще, можно сказать, совсем пустая. А время уже 15:10. Ну, в общем-то, не так поздно еще. Я тогда часов 12, наверное, приехал, и все, никого не было. То есть мест уже не было. Я думаю, сейчас забьют. Хотя тут не асфальт. Ланос, начальника поставит. Гиртек, а тут что-то заблудился. Тут не так часто их встретишь. Вольво гиртековская стоит. А давай, Андрей, подавай еще. Давай. Назад, еще. Ой, ну тут мы будем еще, долго еще, парковаться. Еще. Убраться тогда. На сегодня мы отработали. Время у нас... Ой.
15 минут 10, хотел сказать, 2080 километров до места. Четверг, пятница, суббота, воскресенье. Доехать. Все, тогда паркуемся и будем спать. На сегодня хватит работать. Как тесен мир, братцы, да? Вот автовозики, что передо мной остановились. Оказывается, парни. Один подписчик с сыном, ну, с батей работает, ну и коллега ихний. Вот. Постояли только что, поговорили. Илья, Андрей. Так что, вот видите, тесен мир. Приятно было пообщаться с парнями.